Ну, я думаю, игра была равная, как и счет. Может быть, у нас были побольше острее моменты, особенно моментов, особенно во втором тайме. Спорта Олег Георгиевич, на взгляд, с чем связан такой низкий темп игры Краснодара в первом тайме? В первую очередь действиями соперника. Он закрывал нам все зоны и не давал возможности проводить быстрые атаки сходу. По такой игре ничья в гостях с Пауком приобретение для Краснодара или приобретение? Ну, мы играли на выезде, тем более турнирная составляющая такова, что эти две игры решающие, я считаю, в группе. Поэтому, конечно, нам нужно было в первую очередь не проиграть, но, конечно, желательно было выиграть. Но у нас есть еще домашний матч, где мы будем полностью нацелены на победу. Вы считаете, что вопрос о выходе из группы решится в следующем матче? И, то есть Паук будет играть только на победу, и этому обязывает турнирное положение. Вас может устроить и ничейный результат? Нет, ну конечно мы будем играть на победу, это безусловно. Все-таки мы будем играть дома, принимать Паук. Так что здесь все покажет наша игра, противостояние еще в одной игре. Сегодняшнюю игру оценю как позитивную, потому что Паук сыграл хорошо против очень серьезной квалифицированной команды, которая является Краснодар. Мы очень организованно и компактно действовали в обороне, создали несколько опасных моментов, но, к сожалению, забить не смогли. Таков мой краткий анализ игры. Меня сегодня в целом ничего не обеспокоило, потому что моя команда, как я уже сказал, продемонстрировала хорошую организацию. Футболистам удалось воплотить в игре те задачи, которые я перед ними поставил, как в обороне, так и в атаке. Нам не хватило разве что качества игры чужой штрафной, последнего паса, завершающего удара. Если бы мы смогли забить и повести 1-0, думаю, мы бы довели матч до победы. Но мы этого не сделали, поэтому и не выиграли.